Dance TV UA. Ты with us all day. Тут танцы, врубайся. Еще бы тебе не казали, подпишись на нас. Я пришел в брейкданс в середине 80-х. В 88-м я танцевал на паре тройки фестивалей. Один из них выиграл. Но это совсем не та история, что была здесь сегодня, потому что я танцевал вверх, и тогда это назывался стиль робот, и еще был Electric Boogie, Кентат. Сегодня, в принципе, ничего здесь подобного не было. Там все эти дела, там, понимаете, там, или там все вот такое. Плюс там, понимаете, да? А здесь сегодня был низ, брейкинг, у нас это так называлось. А в конце 80-х это все затухло, умерло, и я решил, что все, всему этому конец. Я вышел из брейкданса, но, как оказалось, выйти из него невозможно. Периодически где-то в разных местах всплывали эти мои умения. Вот проходит 30 лет, и я сейчас занимаюсь тем, что собрал всех старых перцев в видеофлешмобы, и мы отмечаем 30-летие этой культуры, делая такие общие ролики, где люди собрались вместе и друг другу передают вот эти движения, опыт. Первая волна, вторая, третья. Вот. Ну, а история моя была, как у любого пацана в середине 80-х в Советском Союзе. Увидел по телевизору ролик Преснякова, где что-то, какие-то движения, или увидел у знакомых на видеокассете что-нибудь из американских фильмов «Beat Street», там, или «Break 1», там, и «Break 2». Побежал в ближайший клуб, который тогда, их было там единицы, занимался, ездил на фестивали, выступал на дискотеках. Знаете, что такое был брейкер в 88-м году? Во-первых, знали все в городе тебя в лицо, все знали, кто ты такой, тебя на все дискотеки звали, если ты куда-то приходил, тебя за руки давай, танцуй обязательно, ты был самый крутой перец. Сейчас, я не знаю, какой-нибудь там Тимати, никто, там, я не знаю, там Стас Михайлов, никто, кто сейчас крутые эти самые авторитеты в шоу-бизнесе, они рядом не валялись по сравнению с тем, кем был брейк-дансер в школьной там или подростковой или студенческой среде в середине 80-х. Самый крутой авторитет был брейкер, вот это было просто высотища. Ну, мне довелось какое-то время тоже побыть таким. Мое впечатление о сегодняшнем дне отборочного фестиваля Battle of the Year, ну, первое, это восторг от того, что вообще в 2016 году брейкданс еще жив. Очень много молодежи, очень много подростков, школоты, вообще со всеми мелюзги, все танцуют. Причем танцуют не так, как это было, допустим, в 80-х, когда все это начиналось, а танцуют на гораздо больше высоком уровне. То есть такие элементы крутят. Ну, мы начинали просто с элементарщины какой-то, там змейку прыгнул на пол, покрутился на коленке. Это уже считалось чем-то из жизни суперменов. А сегодня я видел, что очень высокий уровень у брейкданса, это не могло не радовать. Мне понравилось, как вообще все было обставлено, оформлено. Красивый зал, красивая видеостена, телевидение там с кучей камер, ездят на рельсах, диджей крутые, с музыкой вообще ни одной запоры. Наверное, нынешнее поколение не знает такого слова «запора», а у нас это было в порядке вещей. Ну, в общем, меня все это привело в восторг. И как я дождался финала, посмотрел, какие ребята поют финал. Мне кажется, тут всех порвут. Я сейчас, наверное, скажу такую странную вещь. Я больше фотограф и видеограф, чем судья брейк-батлов. Поэтому мне, кто светлее, наряднее, ярче выглядел, те больше и нравились. Но представьте, черный задник и черный же парень. И вот он крутится. Я ни одних движений увидеть не могу. А если человек чем-то светлым, вот, например, Кен Джуйс, там были ребята посветлее, там в чем-то волосатом. Короче, кто ярче одет, те и круче для меня. Потому что я хотя бы вижу их и гелики, и все, что они творят. Ну, да, они мне, собственно, победители больше всего и понравились. Еще мне очень понравился момент, как в полуфиналах выходили молодые,
и постарше, и молодые, ну, не писали в штаны от страха. Они не дрожали, не мандражировали, они их забивали и могли бы вполне... Я до последней секунды не знал, а кто там победит, потому что и те, и другие держались и вели себя на равных, это круто. Новому поколению я хочу, кстати, дать совет. Не знаю, не бояться. Куража вот этого побольше. Вышел на сцену, рви всех как можешь. И даже если ты что-то не очень хорошо танцуешь, этого никто не заметит. Все увидят, какой ты зверь, и все будут на тебя смотреть, вот как на просто вот этот всех порвет. Главное не бояться, заниматься этим делом. И могу сказать, что эта культура, брейкданс, она потом откладывается у тебя в голове и формирует тебя, и может изменить твою жизнь, но только в лучшую сторону, никогда в худшую. Это вообще круто этим заниматься, и в этом одни только сплошные плюсы. Вот я и хочу пожелать молодежи идти в эту тему, вникать в нее и занимать первые места и рвать всех. Dance TV, UA, the business all day.